8. Деда? А, Ну. 9, да. Вано встанет ЛЦЗ. Хотя нет, наверное. Блин, я даже не знаю. ЛЦЗ. Фрола, чтобы страховать, так кто будет? А, ну это тоже хорошо. Вот, да. С одной стороны. Мне кажется, пускай они оба на правом стоят. Потому что он Фрола сможет страховать, а боты там сами друг друга страховать будут. Они любители позициями меняться, эти боты. Еще лучше. Это серьезно, ребятки. Давайте, парни. Они уж вылетели, да, есть? Вроде бы. Фасити? Да. Нет, вроде. Ну, они там на последнем месте пошли. Пролагает чуть-чуть. Блять, дальние броски забыл поставить. Сука. Заряди, хорош. Ух ты! Красавчик. Вообще я не хотел навешивать, хотел ложный замах сделать. В итоге с разворота какую-то дичь пустил. Внимательно. Хорош. Ну-ка. А, Рики уже не черный. Да я знаю. ЗЛЗ по штангам всегда. От сопы пусть там центр страхует. Хорошо. Не, не спеши, там тяжело было. Все хорошо прошло. С тобой? Еще. Ой, какой у тебя долгий игрок-то. Он вроде у тебя низкий, а какой-то тяжеленький. 185. Аток вперед, я под тобой. Черный, а? Блин, достань, я думал, у меня мяч. Я тоже так думал. Так вот, да, я отнял, и Арти меня сбил, а мяч оставил на месте. Ой-ой-ой-ой-ой. Игорь собрана. Тимох, куда ты? Центр, центр. Ну, до мяча еще ни разу не дотронулся, оценка 6.4. Ай-яй-яй-яй. Блин, рано чуть-чуть пошел. Не, не хочу. Внимательней. Сопы ниже. Куда вы поднялись-то? Некому отдать. СЗ с ПЗ отыгрывается и все, у него нет вариантов больше. Второй тайм. Ну... Я не хотел, я убегал. Так зачем убегал-то? Ты должен по линии быть впереди. По стенке встали. Я не правее, ближе к флангу. Тимоха, уйди оттуда. Иди на подбор. Правее от стенки, Макс, чуть-чуть. Стой, все. На ход я не в касание. Угу. А слева что? Не, слева встань на Антоху, быстрее, 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 угу. Так пойдет. Давай, здесь слева. Сейчас, слышу. Да слева встань, все, пошел. Касание Антохи. Эх, блин. Ой, Антоха оттуда вообще убежал куда-то за стенку. Непонятно зачем. Думал, туда пойдет. Куда, туда-то? Ой, как долго разворачивался. О, Тоби Хелл. А, точно, он же предпочел наш клуб этим. ЛЗшник. Давай на красного. Ски
Сорян. Пошли, блядь. Бузеров. Ну хорош получилось. Не спеши. Ща. Сильно как-то. Есть центр много. Что на второй смотри? Через ближнюю смотри. На ближнюю. А я за, я под тобой, Макс, я под тобой. Что-то все попрятались по игрокам там. Как-то. Я говорю под тобой. Да и при чем тут подо мной? Я говорю, через ближнюю пробуем сыграть. В итоге никого в штрафной вообще не было. Не то, что на ближнюю. Я просто не понял, что тебе не мешало дальше там не дать. Назад. Да я тебя вообще сначала не увидел и вообще думал не о том. Я думал о ближней. Розыгрыш вообще не подразумевал. Вано вроде тянет в штрафную, да, тебя? На угловых. Ты же там рядом где-то. Ну да. Ну вот, вставай тогда ты на ближнюю. На 11 Антоха форвард. Если что, через тебя скидка на Антона. Хорошо еще. Флангом. Ой, долго. Хорош. Защита по штангам. Не-не, на свой фланг беги. На свой фланг беги. Вижу, удобно убегать потом. В центре забирайте высокого. Вон флангом иди. А, быстро. Давай. А Игорян собрано. Как-то у тебя не пошло. Центр. Хорошо. Что потеряли там? Тимох, опять к ЦЗшникам прижимаешься. Выше, присутьте. Вот этих вы должны забирать, а не ЦЗшников. Да, со второго темпа цоку сниму. Я не вышел. Хорошо. Хорош. Там вообще никого. Мой. На ближнюю вано. Да. Ай, там боту я не точно. Ты я не вылетел, что ли? Да. Мне надо штампить с разворота-то, ёпта. С разворота, если забьешь, один из десяти, тебе, блядь, повезет. Да, мяч не потерять. Просто на второй темп отдай, как скаточку. Нифига себе. Шишки мокрые или Макс пробьют. 6 посыл. Вести точнее.
чё сразу не грузил фланг? Чё, блядь? Да, чё? Куда он дал, блядь? Так, а чё ты сразу... Опять я ногу не поменял. Ты там подумал, что Арти в офсайде. Не-не, там чисто. За что мне 6.9 дали? Ботинок. Сорян, я на Антоху долго давал. Ну да, я хотел тоже туда переправить, потом уже вышел один. Рикошет. Хорош. И дальше. Тимок пониже. Мой. Надо было назад мне еще отдать, чтобы он ушел с офсайда. Фланг, фланг. Да я вижу. Подожди. Не поднимай низа можно. Я низами даю. Да не ты. Это мне. Блин. Так, я подумал, ты офлайн побежишь, потом ты резко развернулся. Так не, я хотел тебе дать забежать, потом бы пошел. Некому мне было дать, ребята. Я сдал. Ты меня потянул к мячу. Хорошо. Реки на месте. Ого. Ого. Ну и рубль. Шо в хоккее, блин, шайбу. Хорош. Вперёд. Кстати, это же не смешно. Сейчас бы пустил, прикинь. Такие звоночки нехорошие. Да до конца на штанге, до конца. А до конца стоять. Со мной, с игроками. Потом в итоге ушел. Вообще, я видел, до конца розыгрыш. Опасно, Тох. Что ж, поднимаете ты его куда-то? Дедушка, прости иногда у защитника, это свободник. Ой-ой-ой, Тимохи, чуть-чуть вперед был. Ну, я на весик. На дальнего оно. И скидывай на красного в центр. Пошел. Смотри, мне туда чуть-чуть. Не, нормально. Ну ты бил, походу, да, не скидывал? Да, не ту кнопку нажал. Хорош. Арти, шире. Арти, ты зачем смещаешь специально в центр? Вообще
блокировал. Ну сейчас был вообще аут, я подал, вот хотел построить. Ну, надо было выйти вниз, чтобы с того Макс отыгрался. Там никого. Хорош. Ого. На Тимоху. Навес. Хорош. Вернее, раньше. Смотри по флангу, блин. Так, что-то у тебя по флангу никогда не получается. Все в центр куда-то. Хорош. Сука. Ранее, не ранее, нападающего там нету. Хорошо. И он по центру дает. Отлично. А, разыгрываем. Стой. Справа, Макс. Тут? Да, слева стой, все. Тимох, уходи на другой. Дальше. На другой. Не, уйди отсюда. Справа, туда уйди вообще далеко, туда, где все стоят, туда, да. Арти, давай в касание на арте. Пошли. Вы не на арте вообще. Была на арте, арте мне, я одну весь. Нет, там проходит идеально в коридор, просто сейчас как-то вообще между всеми пошел. Он, по-моему, взятку, что ли, дал? Да. Ты опять корпус нажимал, что ли? Нет. Странно, обычно он с разворота дает. Просто на ход нажимал, да? Ой, блядь, не видел. Все равно голова не будет, они будут мяч разыгрывать. Я же сказал. Сойдет. Ну неплохо в целом. Ну и выйдем еще. Нет, там этот я не стоит еще. Стоит? Да. Следующий нажми. Я думаю, как раз последний сейчас сыграем. Угу. Потом я вышел. Ну я потом выйдешь. Чем выходишь? Покинул матч Арти. Покинул матч. Ну он вышел, я тоже вышел.